В этом видео я хочу рассказать вам про светодиодный светильник фирмы Prime. Это новая моделька, то есть версия 2.0. До этого были светильники Prime версии 1. Они очень хорошо себя зарекомендовали, и главная их особенность – это была очень доступная цена. То есть у них неплохое исполнение, достаточно яркий для выращивания каких-то растений средней прихотливости и, как я уже сказал, очень дешевые. А новая моделька – она самое главное, она точно так же стоит. И она сделана более такая усовершенствована немного, но мы это сейчас посмотрим, чем они отличаются. Но давайте посмотрим по характеристикам. То есть у них, во-первых, изменились размеры. Ну, полный размер вы посмотрите в табличке. Ссылка будет под видео на нашем сайте. А также ватность осталась та же. То есть есть три модели. 20 сантиметров – это 8 ватт. 40 сантиметров – это у нас 12 ватт. И 60 сантиметров – это 18 ватт. То есть точно так же, как и в предыдущей серии. Но вот размеры, на которые они устанавливаются, немного изменились за счет того, что изменился корпус и изменились вид ножек. Если здесь они были металлические железные, выдвижные, то здесь они пластиковые. Также здесь указано, вот у нас две коробки 60-сантиметровых светильников. Здесь указано 18 ватт. И здесь тоже указано 18 ватт, но на новой модели указано всего 1090 люмен, а на старой было указано 1700 люмен. То есть заметно, ну не в два раза, но почти в два раза этот должен был светить ярче. Ну, интересно, зачем они уменьшили яркость? Но это мы сейчас проверим, потому что китайцы любят писать люмены, какие от попало. Данная моделька бывает двух цветов, как и предыдущая. Это черная и белая корпус. То, что первое бросается в глаза, то, что здесь больше светодиодов. Теоретически, если больше светодиодов, должен светить ярче. Ну и для примера я уже достал старую модель. Как вы видите, здесь всего два ряда, а здесь три. Ну, по яркости мы сейчас сравним. Давайте их установим на аквариум. И посмотрим, кто как светит. Здесь такие более какие-то, более логично сделали. То есть вот эти все белые светодиоды в центре для окраса сделали красные. Это более круто, чем там, где они просто идут как бы попарно. То, что они сделали новые ножки, это, конечно, минус, потому что они стали на меньший объем, на размер аквариума устанавливаться. То есть здесь буквально вот может 60 сантиметров или чуть-чуть вытянуть. Это, наверное, уже 65. То есть, например, если у аквариума у вас 50 длиной, то уже никакая из этих моделек не подойдет. А там можно было, в принципе, установить 40-ую модель. Поставим, посмотрим, как они светят. То есть по характеристикам на коробке вот эта новая модель должна быть заметно слабее светить. Но у нас есть люксометр, и мы сейчас это замерим. Как вы видите, внешне они, ну, новый сделан получше, конечно. Он как-то более гладкий, более широкий, более такой закругленный. Но вообще сам материал очень похожий. Давайте воткнем новый и посмотрим, как он светит. То есть здесь белые и такие красные светодиоды. Светят ярко. За свою цену там, в принципе, аналогов, наверное, не найти. Только какой-то барбус, но он будет сделан более так дешево. Давайте для сравнения включим и этот. Старая модель тоже ярко светит, но здесь светодиоды более такие бледно-розовые. А белые они какие-то более тепло-белые. Давайте посмотрим, кто светит ярче. Включим люксометр. Не знаю, видно вам или нет. В общем, старая моделька показывает 3000 люкс. Давайте ее выключим и включим новую. Но новая показывает 3000 люкс. В общем,
Светят они абсолютно одинаково, хоть, как я уже видел на коробочке, разница заметная. В общем, они, как всегда, пишут люксы от балды. Знаешь, что их никак не проверить, люмины. Ну, давайте я вам покажу поближе, как это освещается. То есть, так корпус светильника, вот в чем отличается. В принципе, особо-то нет разницы. И светят они одинаково, но немного спектр разный. То есть, вы видите, как сейчас выглядит зеленое растение. Это под новым. Оно более такой натуральный цвет. А сейчас я включу старый, и вы увидите, что цвета немного как бы менее натуральные станут. Ну, не знаю, заметите вы разницу или нет. Но здесь как-то более розовато, что ли, стали. Менее насыщенно. В общем, на самом деле, это чисто на вкус и цвет, кому как нравится. Мне, в принципе, новый больше нравится. В общем, вас заинтересовал, то на размеры, цены и характеристики подробная ссылка будет под этим видео.